В Алматы нашлась пропавшая 2 недели назад 22-летняя Акнур Маженова. О том, что девушка вышла на связь с родными, сообщила ее мама Алия Алишева. Накануне женщина обратилась к нам в редакцию за помощью. По ее словам, дочь работала в одном из городских кафе. 7 ноября после 11 часов вечера Акнур вышла с работы и таинственно исчезла. На звонки она не отвечала. Сразу после выхода в эфир сюжета о пропаже девушка сама позвонила матери и сказала, что едет в родной аул. Вчера после выхода вашего сюжета в новостях моя дочь позвонила мне и сказала, что приедет домой. Оказалось, что она сняла комнату в одном из общежитий города и все это время находилась там. Моя дочь немного подавлена, но с ней все в порядке. Ее никто не обижал.